Иван Васильевич Копылов, токарь-расточник Астраханского судоремонтно-судостроительного завода имени Ленина, получил звание Героя социалистического труда в 10-й пятилетке. Высокий мастер своего дела совершенствует приемы работы, применяет научно обоснованные методы труда. И в нынешней пятилетке добился немалых успехов. Выполнил свое пятилетнее задание еще в октябре прошлого года. Сейчас работает в счет октября 86-го.